Всем привет! Это распаковка форм от сайта мыло-опт.com.ua. Заказывала 4 формочки, но готова только 2. Еще 2 пластиковых не было в наличии, поэтому пришлось отказаться. Заказывала на 8 марта, видимо, еще поставки просто не было. Еще рановато, сегодня только ноябрь. Вот, заказывала вот такую вот формочку, это пищевой силикон. Тарталетки для новогоднего мыла, чтобы сделать корзиночку с оливье. Формочка достаточно большая, и на нее уходит много основы. Но чтобы сэкономить основу, я сделала вот такую вот тарталетку. Она отлично подходит под этот салатик оливье, залила первый слой основы где-то, ну, на половинку, можно, в принципе, сказать, застыл, потом поставила чашку, перевернула, сделав вот этот вот круг, и долила основу до конца, остыла, поставила в холодильник, она схватилась, основа, достала чашку, главное запустить в чашку, если вы будете переворачивать, запустить воздух, тогда она отлично выйдет из мыла. Вот, сейчас посмотрим, сколько зависит эта формочка. Не формочка, а мыло с формы. Так, есть, есть. Вот у меня получилось 71 грамм, ну, грубо говоря, 70 грамм. Если заливать полностью, то, я думаю, грамм 100 будет, если не больше. Вот, вторая формочка. Это форма пиона. Вот такая вот она. Очень ажурный такой пион получается. Классный, мне он очень понравился, я заказала. Как раз у меня есть большой раскрытый пион, совсем маленький Китай производства, а этот вот как раз вот средненький между большим и маленьким. Форма отличная, мыло получается шикарное. Единственный минус, но это была моя первая заливка, думаю, в следующий раз буду более тщательнее заливать, помогая шпажкой, так как вот крайние лепесточки по ободку, ну, как бы по внешней форме, они не все пролились. Видите, вот тут вот дырочка есть, вот тут вот рваные получились лепесточки. Вот, поэтому, когда проливаете, обязательно зубочисткой помогайте или шпажкой, палочкой какой-нибудь. Срединка пролилась, все шикарно, а вот именно края, видимо, там нужно помогать чем-то. Вот видите, они такие тоненькие. Сейчас взвесим, сколько этот пиончик. 43 грамма, ну, 45 можно считать. Вот такие вот формочки. Спасибо сайту Мыло Опт за предоставленную возможность заказа этих форм, потому что вот пиончик мне этот очень давно нравился, а тарталетку я вообще нигде не могла найти, ни на одном сайте. Вот такую вот красивую, широкую, большую, чтобы получился целый салат. И при том, тут можно, кстати, еще делать и разные пирожные с мягкой мыльной основой. Ну, в общем, на что ваша фантазия будет расположена. Спасибо за внимание. Всем пока. Хороших покупок!